Компанія яскравих і розкутих ікс-співаків нарешті не почуває себе білою вороною Діма. Ніхто не задасть лишніх вопросів каких-то. І люди намного добрее. Спасибо, братан! Вибачте, давай обнімайся. Давай. Спасибо. Не то, що там, я йду по вулиці, допустим, в своєму дворі, вихожу. О, а що это у тебя такое за татуировки? Ты что, зайка? Там сидел. Стереотип это вообще что-то ужасное. Как бы Днепродзержинск город маленький. Великое село. Хлебзавод — это такое место, там, где всегда есть места. Каждый месяц туда увольняются люди и приходят люди. Потому что больше там никто не работает. Больше месяца. Это ужас. Это ад. Это адская работа в нашем городе. Я там курить начал просто, потому что люди, которые курят, они отдыхают хотя бы. А не то, что все ты не куришь, значит, пошил тут 24 часа в сутки. Я нашел альтернативный способ заработка. Мы ездим по электричкам. И играем для людей. Для себя, конечно, тоже. Ну и так понемногу зарабатывать деньги на билеты сюда. Я не хочу приходить вечером домой и напиваться и бить жену, потому что все плохо в жизни. Я хочу жить каждый день, а не тонуть в рутине. Добрый вечер. Где учитесь, где работаете? Хлебзавод номер 3. Хлебзавод, а булочки принесли? Я так хочу булочку с маслом у себя. Я сейчас. Не подожди-ка обратно. Нет. Почему вы не привозите булочки с хлебзаводов? Ну что ж это? На самом деле я сам хочу есть. Ты же хочешь-то есть-то? Да. Знаете, на голодный желудок лучше петь. Что вы будете петь? А по-моему, наоборот, на полный желудок лучше петь. Правильно. Великий Лучано, всегда говорил, что перед концертом нужно поесть. Хорошо. Ну, хорошо. Нет, нужно поесть за 3 часа до выступления, но не перед выступлением. А давайте пригласим пищи. Потому что тогда будете петь не вы, а я будете сейчас петь ваш живот. Я все хочу есть. Что вы будете петь? Давай. Я буду петь Red Hot Chili Peppers Californication. Отлично. Ого. Парень, я возьму тебя. Манера отличная, чуть-чуть.
Дима, вы поете с чужого голоса. Это хорошее такое звукоснимательство, но и только. Я не вижу вас индивидуальности, я не вижу вашего какого-то отношения. Песня должна быть о вас и про вас, иначе незачем выходить на сцену. Понимаете? Смотри, радость моя, Дмитрий Владимирович Лопатин, 22 года, хлебокомбинат номер 3. Я тебе скажу так. А я тоже кажу тебе так. Соседа. Зараз, секундочку. Соседов. Нет, вы довольно странный молодой человек, конечно. А то ты не любишь странных. Я не, ты же любишь не странных. Рискну. Я скажу нет. Да ну! В тебе есть еще один так. Дрим! Иди поешь!